Всем привет, друзья! Ой, что это такое красивое светится? Так Новый год же на носу! А светится у меня новогоднее настроение. Приветствую всех еще раз. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. И я записываю сегодня очередное видео по суперкопилке. На носу уже Новый год, и суперкопилка мне помогла окупить мои затраты на подарки близким к новогоднему празднику и часть продуктов и напитков к новогоднему столу. Недавно я вывела $100, которые вам в этом ролике чуть позже покажу. Вот такой подарок будет для моего сыночка. Дедушка Мороз ему принесет и положит под елочку. Это часть подарков. Конфетки, напитки. Также я купила домашнего венца, потому что я люблю все домашнее. Грибочки. Сегодня ходила, купила семгу. Буду солить ее сама. Также на холодец мясо. Скумбрия. Еще скумбрия для салата кукуруза. Ах, да, вот это у нас тоже рулька для холодца. И пошли такие мелкие новогодние подарки. Это для папы гель для душа. Дезодорант для моих близких, вот такой вот красивый рождественский цветок. Посуду обязательно надо чем-то мыть после новогодних праздников. Туалетная вода и мыло. Еще у меня будет через неделю выплата. Как раз еще осталось чуть больше недели до Нового года. И я буду продолжать докупать. Что хочу сказать по суперкопилке. Подарочки себе и своим близким я делаю каждые 2 недели. Что-нибудь приятное покупаю для себя за деньги, которые мне приходят в сообществе суперкопилка. В суперкопилке я с 24 октября 2019 года, уже пошел 2-й год. Начинала я с $8 в неделю, у меня была выплата. Сейчас мои выплаты достигают уже $220. Вот только я потратила предыдущую выплату $100, как прошла неделя, и сегодня я получила выплату $210, часть из которых потрачу сейчас на создание программы, часть из которых ушла у меня на погашение еженедельного взноса. Зайдем в историю операций и посмотрим. Сейчас я вам покажу свой вывод, который я делала $100. Вот мой вывод $100 я выводила на NixMoney. Так что они уже потрачены на новогодний стол. Партнеров у меня уже в структуре 1500 человек и даже больше, которые мне постоянно приносят пассивный доход. Это не считая еженедельных выплат. Если вы хотите так же, как и я, радовать себя и своих близких различными покупочками, подарками, может быть, начать собирать на квартиру, либо на машину, либо на отпуск. Присоединяйтесь в суперкопилку, которая работает с 2013 года. Моя партнерская ссылка находится под этим видео. Всем пока-пока!